Аж слышно, как шумит гаремя. Жители Смоленской области услышали вой сирены в ночь на 24 апреля. В районе сел Раздорово и Ярцево в 10 километрах от Смоленска серия взрывов раздавалась в течение часа. Начала гореть нефтебаза. Было два взрыва. Большой огонь горит. Это не первая нефтебаза, которая горела в Смоленской области за последнюю неделю. 20 апреля пожар произошел на нефтебазе, принадлежащей компании «Лукойл». Она находится в 300 километрах от границы с Украиной. В ту ночь об атаках беспилотников сообщали в разных регионах России. Атаки БПЛА и недавние наводнения в России снизили еженедельную переработку российской нефти до 11-месячного минимума, отмечается в отчете Института изучения войны. Уменьшение России. Российских нефтеперерабатывающих мощностей, вероятно, заставило Россию в начале апреля импортировать бензин из Казахстана и Беларуси, чтобы решить проблему дефицита и попытаться предотвратить рост внутренних цен на бензин. Хотя нет никаких признаков того, что ограничение производства российского бензина является существенным для стоимости на международном рынке. Из отчета Института изучения войны. За последний месяц дроны атаковали 12 российских нефтеперерабатывающих заводов. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина из-за дефицита топлива. Российские чиновники отмечают, что сокращение первичной переработки нефти в 2024 году приведет к росту объемов экспорта российской сырой нефти, поскольку Россия не сможет перерабатывать столько, сколько перерабатывает обычно. Россия уже потеряла 28 миллионов тонн перерабатывающих мощностей. При том, что в год производится в Российской Федерации 270-280 миллионов, перерабатывается 270-280 миллионов тонн нефтяного сырья, это уже как раз вот эти самые 10%. В 2024 году в России рассчитывали продавать нефть за $71 за баррель, а сейчас за 65. Минэкономразвития России ухудшило свой прогноз относительно экспортной цены российской нефти на 2024-2027 годы. Экспорт нефти является одним из главных источников финансирования российского бюджета и войны России против Украины. Цены на нефтяное сырье будут не расти, а будут наоборот снижаться, поскольку больше объем нефти будет доступен для потребителей в мире. Ну а что касается российских потребителей, ну, следовательно, они недополучат по меньшей мере 17 миллионов тонн бензина. Россия будет поставлять газ в Китай на 20% дешевле, чем европейским потребителям, по меньшей мере до 2027 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Министерства экономического развития России. Российский газ в Китай в 2024 году будут экспортировать по цене $257 за 1000 кубометров. Европа же будет покупать российское топливо по 320 за 1000 кубов. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.